Всем привет, друзья, подписчики и кто просто просматривает мой канал. Всем привет, друзья. Ну что, данное видео у нас сегодня будет тест по просьбе подписчиков. Это у нас идут энты. Давайте посмотрим. Энты и маги. Энт у меня еще не прокачанный. Он у меня на 15 уровне. И маг тоже самое на 15. Но я успел на один раз прокачать. Так, ну что, давайте посмотрим. По заклинаниям я, скорее всего, буду использовать не новое, а буду использовать стандартное. Три метеора и две молнии. Так, ну что, поехали. Город я буду искать средний. От 78 до 80. Потому что сами понимаете, что энты у нас не особо такие мощные. Так, ну здесь золота вообще нету. Давайте мы его пропустим. У меня еще один маг не дошел. Так, ну что. Так. 86-й. Это слишком высокий уровень для энтов. 80-й еще более-менее, может быть, пойдет. Скорее всего, друзья, 78-й. Есть лям 800. Город такой не особо прокачанный, но давайте на нем протестируем. Только ради золота и пошел. Так, ну что, давайте мы по стандарту. И еще раз повторюсь, друзья, если расценивать на чуть-чуть выше уровни, и просто, и даже еще и с пирамидой, это быстренько перемочат. Как дойду до 19 уровня, можно будет попробовать и на пирамиду. Так, ну что, задача вынести максимально, что возможно. Так, от этого мы оставим. Давайте еще раз два удара по зиккурату. Есть у меня еще дополнительное, но я их использовать не буду. Так, ну что, давайте посмотрим, на что способны у нас энты. 78 уровень. Запустим их по периметру. Магов мы будем на зачистку. Так, где-то с этой стороны. Ну и посмотрим, на сколько же процентов получится. Можно использовать, конечно, героев. Давайте так то же самое на зачистку запустим. Даже самому интересно посмотреть, что там могут эти энты. Но их очень мало, друзья. Очень мало. И все, уже загнулись половину. Или прорываются. Можно запустить Феникса, но тут есть еще шпили. Да, видите, не особо бой проходит как надо. Так, давайте запустим все, что у нас есть тут из героев. Ну и так приблизительно посмотрим. Энты очень медленные. Для вот таких городов спокойно подходят либо орки, либо кто-то еще. Тролли. Ну, смотрю, что вообще никакой особой такой эффективности. Сколько там вообще процентов, очень мало. И все воины погибли. Вот остался еще один энт. Вот я бы такой город вынес бы спокойно орками. Орками и рыцарями. И вообще бы без проблем. А тут многие будут писать, что я не с той стороны напал. Можно было бы, конечно, с этой стороны напасть. Можно было бы нанять новое заклинание. Ну, друзья, здесь еще качать и качать. 15 уровень. Если не пробили 78, вообще позорно. И всех героев перебили. Даже не забрал золото все. Ладно, не буду я тут заморачиваться, видно и так. Еще и забор слабенький. Ну, давай, завалишь ты, не завалишь, не завалил. Так что так вот, друзья. Энты мне сейчас, честно говоря, не устраивают. Сейчас нанимайте орков, рыцарей. Так, что у нас там на прокачку?
Улучшить способность. 17 уже. Отлично. Еще 3 уровня и будет готов. Ну, а я говорю, друзья, что я нанимаю сейчас только по стандарту. Это у нас идут рыцари. Я такие города спокойненько пробиваю. И то пробиваю только если есть на них золото. И нанимаю 50 гоблинов. Меня это вполне устраивает. Ну, конечно, если вы хотите посмотреть какой-то тест, ну, я, скорее всего, буду тестировать уже последних на 19 уровне энты. И не вижу смысла вообще их сейчас тестировать. Не знаю, если вы на маленьких уровнях сейчас атакуете энтами и магами, ну, друзья, надо перестраиваться на других воинов. Ваша задача как можно быстрее урвать золото. Золото могут быстренько собрать это гоблины и рыцари. Это получается у нас где-то примерно по 18 минут вот такая идет атака. Конечно, у меня они уже 19 уровни, на них 7 камни, и мне более-менее проще. Но если вы сделаете за час 4 атаки и соберете те же 5-6 миллионов приблизительно, то вполне нормально. А энтов часовая атака, я не вижу смысла. Так, ну что у нас в городе происходит? Решил я сразу начать строить 18-й забор. Очень медленно, конечно, идет, но уверенно. Этот периметр я буду, наверное, уже постепенно улучшать. Обновление пока не ждите. Пока еще не скоро будет. Так что так вот, друзья, это было такое небольшое, коротенькое видео. Ерунда, конечно, получилась. Я думал, что вообще этот город вынесу. Но маги и энты это не мое. Ну что, друзья, всем, кому понравилось, не понравилось, ставьте лайки, дизлайки. Всем пока.